совершенно случайно попала на перекрытие на Тверской. Так странно, просто ни одной машины. А он какая-то одна, единственная осталась. А, просто они на глазах, и все меньше, меньше нас, я не могла понять, а потом смотрю, все, просто перекрыли. Ни одной машины. Время часов начала 11. Вообще я искала каршеринг. Я хотела на каршеринге доехать до дома. А я что-то смотрю, их нигде нет. Видимо, они просто даже проехать здесь не могли. Офигеть. Там что-то говорят вон. Ну, прям ждут кого-то. Ой, он что-то прям громко говорит. Надо туда подойти послушать, так интересненько. Вон едет машина с этими. Ну, это, видимо, такие. Они, короче, проезжают здесь, проверяют, видно, насколько пустая дорога. Потому что одна в одну сторону проезжала с мигалками. Там видно мигалки. Вот, видите, просто машина с мигалкой, видно, проверяет. В ту сторону поехала пожарная. Видимо, там будет перекрывать или что, я не знаю. Короче, блин, это, конечно, интересно так наблюдать. А вот эта машина, Mazda, она просто остановилась, она ехала. Я не знаю, как она поняла, что ей надо прижаться или что. Она каким-то образом проехала и остановилась, сейчас стоит. Кого-то ждут. Видите, аж две стороны перекрыли. Ну, то есть и в ту, и в ту. Еще одна едет с мигалками. Это, по-моему, скорая. А, ну скорые пропускают такие случаи. Да, скорая, реанимация. Это да, пропускают. Детская реанимация, естественно.